Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 78, игра. Игра называется «Круговые примеры». Давайте вспомним, что это за игра. Каждый из следующих примеров должен начинаться с числа, которое является ответом предыдущего примера. Например, если 1 плюс 4 равно 5, то следующий пример должен начинаться с числа 5. А в ответе должно получиться 2. В ответе должно получиться 4. Как из 5 получить 4? Нужно из 5 вычесть 1. Получится 4. 4 минус 2 равно 2. Значит, следующий пример начинается с числа 2. А в ответе должно получиться 3. Как из 2 получить 3? Нужно к 2 прибавить 1. Получится 3. Следующий пример 3 плюс 1 равно 4. Значит, следующий пример начинается на число 4. А в ответе должно получиться 1. Из 4 вычитаем 3, получается 1. Таким образом, мы составили круговые примеры. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.